Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас опять грибная охота. Мы вышли, у нас уже в нашем регионе, наш регион, это Днепропетровский регион. Я вам рассказывала такой небольшой кусочек экофлоры, природный кусочек экофлоры, не насаженная. Прекрасный лес, грибная погода у нас началась. Людей больше, очень много, я не знаю, больше, чем грибов или нет, это мы только начинаем наше путешествие, поэтому расскажу вам. А сейчас хочу вам показать то, что увидела. Если я вам летом показывала, не видели этих полянок сейчас? Полянки даже большие, крысавцы, мухоморы есть. В основном идем, видно, что лес мокрый, грибной сезон начался, мы увидели. Действительно, очень много людей. Есть такой красавец. Красавец. Такой лежит. Кто-то подфутболил его. Вот, но они тоже сами по себе очень красивые. Есть один анекдот, как жена приготовила мужу мухоморы. Очень долго их варила. Потом жарила, сливала воду, когда варила. Потом жарила, потом, в конце концов, муж пришел. Она ему приготовила, села и смотрит. А он сел и говорит, какие вкусные грибы. Она думала, что это же. Ну, это анекдот, друзья. Анекдот еще бабушка мне рассказывала. Оказалось, она их выварила. Вот, и они стали съедобными. Но их мы не берем, никому не рекомендую, а только можно полюбоваться, потому что они красивые, симпатичные. Поэтому наша грибная охота началась. Вот мы только зашли в лес. Лес прекрасный, дышать замечательно, свежо, замечательно. Да, дальше расскажем, удалось или нет, надеюсь, что удастся, потому что мы зашли, сразу маслючка старого увидели. Поэтому идем по нашим местам, смотрим. Вот что хочу сказать, что людей очень много. Некоторые тропинки там, где мы проходили летом, мы говорили, можно было никого не увидеть здесь, потому что это лето, все были на море, на речке. Сейчас людей очень много, и иногда мы проходим по таким тропинкам, что ну такое впечатление, как уже прошел целый отряд. Как вроде бы целый отряд прошел. Поэтому лес очень маленький, все знают грибные места, все идут точно так же, как и мы, там, где грибы растут в основном. Ну, всем хватает. Дальше покажу вам, что мы нашли. Какие места красивые, может, что-то будет интересное. Поэтому, кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Будем дружить, пишите, задавайте вопросы, предлагайте новые темы для эфира. До новых встреч, друзья!